9 лет подряд 8 июля сочинцы и гости курорта собираются в городских храмах на торжественные службы в честь православных покровителей любви, семьи и верности. Супружеский союз Петра и Февронии – образец христианского брака, которому следует и главная чета курорта Анатолий и Елена Пахомовы. Вместе они уже 35 лет, и этот день всегда проводят в тесном семейном кругу. В городе мы делаем все для того, чтобы именно были счастливые семьи. Счастье – это воспитание детей, воспитание внука уже, когда они есть, когда они довольны, когда они развиваются, когда они прославляют там родину, прославляют свой город. И мне кажется, вся жизнь состоит благополучно только тогда, когда семья несет обычаи своих предков, своих родственников, в целом всей страны и, конечно, того города, где ты живешь. Счастье бывает разного роста, в зависимости от Кочки и до Казбека, в зависимости от человека. И мне кажется, что вот сам человек должен прикладывать максимум усилий для создания благополучной семьи. В День семьи, любви и верности по традиции после богослужения совершается крестный ход от центрального сочинского храма Архангела Михаила до Дворца бракосочетания. На площади у ЗАГСа установлен памятник святым, чья любовь стала неподвластной никому, даже смерти. Они умерли в один день, и их тела, похороненные в разных местах, невероятно как, но оказались вместе. Сейчас мощи Петра и Февронии хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Честно пред Господем! В Сочи святые увековечены в бронзовую скульптуру, у которой каждый год проходит литургия. На ней присутствуют и образцовые сочинские семьи. В этом году общественные медали Краснодарского края за родительскую доблесть, любовь и верность получили 8 пар. Крепкие брачные узы уже больше 30 лет сохраняют Михаил и Галина Титовы. Они воспитывают 3 детей. Много путешествовали, жили в разных городах. В разных городах родились разные дети. Средний Антоша родился в Саратове, Миша родился уже в Сочи. Вот. Поэтому как бы всегда вместе. И очень рады, что такой праздник, и тем более в Сочи его так почитают. А вообще Сочи славится крепкими брачными союзами. Немало пар отмечают жемчужные и золотые свадьбы. Да и новоиспеченных семей с начала этого года в Сочи появилось больше 1000. И для каждой этот день не просто праздник, но и отличный повод собраться вместе с родными и близкими. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.